Привет, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами посмотрим видосик от Джохана, который называется «Последний вздох EFT». Я не знаю, что такое EFT, но походу как-нибудь разберемся. Я так всегда и делаю. Так что лайкосик, подписочка, колокольчик. Хоть ботов бы найти, я не знаю, собрать с них что-нибудь. Так, слышу ботов в обе. Хрена себе, меня звуки обманули. Слышу. Мне показалось, что ты побежал напрямо, направо, а прямо передо мной чел. Будь аккуратен. Будь аккуратен. Пестово. Блин, я думала, кто-то рядом пробежал и бутылку опрокинул, она разбилась, а это мат запикали. Еще один! Все. Великолепная работа, Олег. Бля, ну и... Ай-ай-ай. Ты слышал, ты орал вообще? По мне сейчас стреляли только что? Мне нравится видеопроизводство. На самом деле. Это хорошо, что тебе нравится. Но ты этим и занимаешься, вообще-то. Да. Мне нравится эта связь с общественностью тоже. Да, проституткам тоже нравится связь с общественностью. Не всем. Не всем. Вы лох. Вы лох. Чё вы, блядь, что за уважение? А это, короче, сбор как бы лохов, это как бы не один ты лох, а как бы ты лох, собирается в вы лох, и получается один большой вы лох. Вот, из ты лохов. Что это за уважение отвратительное? Мне аж неприятно стало. А вот теперь папочка с вами. Папочка, блядь, тут люди ходят. Так, это я бегаю, ты где? Хожу аккуратненько, здесь суп. Кого-то слышал, очень опасного. Нет, ты давай, пошел! Это был бот, все. У меня еще был сингл режим, блядь. Это я. Что это? Ты не со мной разговариваешь, придурок? А, нет, со мной. Это я. С это ты? С тобой. Да, это я. Сука, дебил, не пизди. Оказывается, что это не они. Да, я верю. Я просто тебя сдалека увидел, как ты наклонился и начал его обсасывать. Сразу понял. Я пока что не обсасываю. Ебашь того, кого... Ну давай, сдохни еще, блядь. Он возродился прямо передо мной. Я охренел. Ты убил его? Угу. Ну я бы и не убил. Я, блядь, честно... Да это ты сказал, я да? Тоже был. Сука, я тебя говорю, я тебя приложу нахуй, ты потом будет. Ты же тебе же хуже, блядь. Я буду жалеть, я буду орать, да, я знаю. Я не могу. Ну у него классные реплики, ну ёб твою. Ну если ты не убьешь того, кто с дробовиком, блядь. Убил. Это ты? Это ты? Да, это я, он. Идиот, блядь, я почти выстрелил, блядь. Я видел, что ты пробежал. Да? Просто когда играешь, напряженный, весь на нервах, и твой друг просто что-то... Просто твой друг, как обычно. Ты прошел туда дальше. Все. Охлади свой трахани. Какой ты, бля, ну охлади. Это был ты, да я твой рот ебал. Ты как бот двигаешься. Ты как бот ходишь, блядь. Ты можешь как-то... Ты абсолютно непонятный, пошел лутать его. Ты пошел лутать, потом пришел. Я не понимаю, блядь, ты... Трофим, сука, спортсменов. Бля, я тебя ёбнулся, даже как-то приятно стало. Просто знает, где тут магазинчики классные. Фась, прямо перед нами труп лежал, я даже заметил его. Что у него было? Его было дерьмо, на самом деле, но я забираю его. Я, блядь, типа не брезгую дерьмом. Говно собирательство. Надо ёбнуть. Ну-ка, давай. Твое здоровье, чтобы жена и дети были счастливы. Ладно, хуйнул. О, как все резко стало. Это, походу, нормально какой-то баф дало. Вась нормально бафнул, нифига себе, я, походу, могу все теперь. Ёбаный рот, погнали нахуй! Не все. Блять. Это зачем я нажрался? Артём, появляйся. Алкоголь — это зло. Особенно, когда ты участвуешь в массовых мероприятиях с применением травмоопасных штук. О, как. Пожалуйста, речь, а. Что ты смотришь на меня, тупица? Нормально, ты его определил. Я так понял, что Тип был, походу, он смотрел на меня. Да тут миллиард людей, я... Там еще есть один. Боже мой, какое великолепное. Ты чувствуешь, что это аим просто? Это божественно. Только подожди, сейчас я буду появляться.
А, ты сука! А, это ты, блядь, да я ж чё думаешь, блядь? А я повернулся и искал, я не понял, где я нахожусь, но ты кретин, подождал бы чуть-чуть. Думаю, большинство из вас знают о самой популярной стратегической карточной игре Hearthstone, ну а если нет, сейчас самое время с ней познакомиться. Ведь она очень проста в освоении и бесплатна. Мало того, игра постоянно развивается, не стоит на месте, и именно сейчас вышло крутое обновление «Ярмарка безумия». Ну, если быть точнее, оно вышло 17 ноября, и вот что в нем есть крутого. Добавлено новое свойство карт порча. Карты улучшаются в руке при розыгрыше карт более высокой стоимости. Вместе ладно. С... если цему типаться в нее. Ну и, конечно, ссылка на Hearthstone есть в описании к видео. Какая милая! И я тут вам, чтобы объяснить, что будет происходить, чтобы вы понимали, что будет происходить. Дело в том, что мы не просто играем в Тарков, а еще и транслируем друг другу свои мониторы. То есть я Артему показываю свой, а Артем показывает мне свой. Это, видимо, ввиду частых френдкиллов. Звучит это да. По мне стреляют. Артем, я прыгать не могу здесь! Ёбаный рот! Артем, я стабильно где-то прыгать не могу, Артем! Помоги мне, пожалуйста, я не могу прыгнуть! Я в панике! Я в панике, Артём! Убирай! Там трамплин... Тихо, тихо. Все, все, все. Это я, все нормально. Есть штаны? Есть штаны чистые? Так, стой, я вообще думаю, на самом деле, я бы бота пошел пытался ёбнуть. Я вижу его, Вась, я вижу. Ебать, он вкусный. У меня такая пустота в красном. Вась, ебать, он вкусный. Ну, он забирает его вкусно. Вась, это не бот, что? Нихуя! А какого хрена? Вась, это не бот, нихуя! Блядь, Джек! Я совсем думал, что он вкусненький, это не бот, блядь, он огромный. Гром, машина, титан. Вася, смертоно... Ебать! Ты его ёбнул, блядь! Вася, разбирай, быстро! Тихо! Вася, разбирай его, говорю, вот это его выбирай из него всё, блядь! Вася, вынимай насмерть, возьми пушку, оденься, блядь! Хоть ты раздетый, блядь! Вася, ты доктора вылечил нахуй насмерть! Что? Что ты несешь? Возьми, блядь, оружие! Беги отсюда, блядь! Куда ты бежишь? Выходи! Ничего не понимаю! Направо беги, нахуй! Выбегай просто! Выбегай, беги нахуй отсюда, блядь! Выбегай домой! Нет, направо, направо, блядь! Где право? Это манекен, кретин, блядь! Я даже его испугалась! Этого манекена. Все, просто домой, спокойно, все, блядь, никакой паники, домой, все, охуенно, блядь. Насовали в рот этому доктору, блядь. Какого доктору? Да его зовут доктор 2000, блядь. Он меня же ёбнул. Не-не-не. Такой, какого доктора? Ты вообще чё? Ненавижу, ненавижу это место. Нет, не хочу. Дай, 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 дай мой шлем, дай мой шлем, я не хочу голым ходить, мне дует, холодно здесь. Боже мой, вот теперь я понимаю, я экипирован. Теперь я понимаю, я уебу его сейчас, справа. Он слева, блядь, здесь. Ну слева, какая разница, это одно и то же. Собственно, как бы даже спорить не буду. Справа тоже. Кто я такая, чтобы спорить с этим? Мир. Это ты мне стрельнул в спину, да? Я долбоебина конченая, блядь. Ты же понимаешь, да, ты пошел играть с дебилом. Можно я просто это вырежу? Если с кем-то буду играть и в кого-то, короче, что-нибудь тупое сделаю, я скажу, ты же понимал, с кем ты играешь. Ты пошел играть с дебилом. Ля, просто надо на цитатки разбирать. Звук сочный. Ой, блядь. Ёбаный в рот это ты был, блядь, гнида ебаная. Гнида, блядь, я ж вижу твой экран, блядь. И я сдыхаю от кровотечения, блядь, просто. У тебя сильно? Есть что-нибудь? У тебя сильное кровотечение? Да. Тебе пизда, блядь, у меня нет жгутов. Беги, мразь. Уже убил. Я убью его, и у меня будет, у него будут бинты. Но он по низу бежит. Сзади, 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 смотри. Я блядь, побитый. Что нахуй, дай мне мои бинты, блядь, где мои бинты? А, нету. Я карманы посмотрю. Нету. У него ничего нету. Нету. Блядь, почему так тебе повезло? Почему мне так повезло с друзьями и знакомыми, скажи лучше. Блядь. Я даже самоубийца не могу нормально. Так ты, сука, я вижу. Блядь, сука. Долго ты, конечно, блядь, стрелял по мне, идиот. О, неплохой танец, слушай, мне нравится. Я вижу, ты не помер.
куда-то бьется в судорогах. Джохан. Неплохой танец. Да, классно. Ну, это все мои патроны, слушай. Слушай, а ты прикольно на самом деле танец исполняешь, мне нравится. Это... Танцуй для меня, детка, танцуй для меня. Ну, во-первых, здравствуйте. Добрый день, вечер, ночь, утро и все остальные времена года. И я здесь, чтобы сделать две вещи. Это вам кое-что рассказать, ну а потом пойти попрощаться и жрать. Тогда три вещи получать, но это не важно. Мой товарищ, коллега по цеху, попросил меня рассказать вам, познакомить вас с его творчеством. Он занимается монтажом и весьма интересной анимацией. Делать вот отрывочек. Ты чё, ребёнка с собой взял? Ну, да. А чё? Мы в космосе, идиот. А среди нас маньяк, который уже убил зелёного... Я это видела, по-моему, даже в ТикТоке я это видела. Да, он сам любого до смерти доведёт. Так это он маньяк? Не-не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо. Канал называется Монтёр, если вы не знакомы с ним, то я оставлю ссылку в описании, и вы сможете познакомиться. Ну а я пойду, естественно, посмотрим, заниматься всеми оценим. Своими делами, которые я обожаю делать после ролика. Это жрать и отдыхать. Всем пока. Пошли мусики продать надо, вот это факт. Сначала терапевту, потом механику, Вась, да? На шару кидаю. Ой, дурак. Я выкинул 15 тысяч, либо что, блядь. Я это поздно понял. Бывает, понимаю. Ну что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Да, просто да. Пишите в комментариях, какой момент вам понравился больше всего. Напишите цитатку, которая характеризует вас в любой игре, потому что их было, мне кажется, достаточно, чтобы описать нуба наподобие меня. Собственно, да, кроме... Кого я обманываю? Все, что сказала, все правильно. Кроме вообще никаких нет исключений. Вот, лайкосик, подписочка, колокольчик и... Пока-пока! Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're